Пока это номер один, победу одержал Зайцев Глеб. Приглашается юноша, 14-15 лет, весовая категория 60 кг. Ангифук Виктор, Коротков Илья. К следующему бою на первом татаме готовятся девушки 14-15 лет. Дожинкова Алена, Тищенко Виктория. На первом татаме победу одержал Коротков Илья. Татами номер один приглашаются девушки 14-15 лет, весовая категория 60 кг. Дожинкова Алена, Тищенко Виктория. Готовятся женщины. Водопьянова Наталья, Кольчанова Анна. Thank you.
На татами номер один победу одержала Камалутдинова София. Прошу прощения, Тищенко Виктория. На татами номер один приглашаются Водопьянова Наталья, Качанова Анна. Приготовиться на первое татами. Ланец Богдан, Назаров Андрей, юноши, весовая категория 60 кг.
На первом татаме победу держала Качарова Анна. На татаме номер один приглашаются юниоры 16-17 лет. Ланец Богдан, Назаров Андрей. Готовятся Кокорин Федор, Межмаков Семен. На татаме номер один объявляется дополнительные 2 минуты. Thank you.
На первом татаме победу держал Ларис Богдан. Татами номер один приглашается. Бой за третье место. Кокорин Федор. Межмаков Семен. Готовятся юноши 14-15 лет, весовая категория 50, финальный бой. Лео Владимир, Зайцев Глеб. На первом татаме третье место занимает Межмаков Семен. На первом татаме приглашаются юноши 14-15 лет, весовая категория 50, финальный бой. Лео Владимир, Зайцев Глеб.
На первое татами готовится. Юноша 14-15 лет, весовая категория 60. Денис Султанов Никита, Кунгифут Виктор. Чемпионом среди юношей 14-15 лет становится Лео Владимир. На татами приглашается. На татами номер один приглашается юноша 14-15 лет. Денис Султанов Никита, Кунгифут Виктор. Peace.
Здесь после этого боя объявляешь перерыв. На первом татаме победу одержал Денис Султанов Никита. На первом татаме объявляется перерыв. Судейская бригада может быть свободной.